Наш последний день в Эльбрусе. Погода сегодня вот такая вот облачная. Хорошо, что нет дождя. Были мы здесь целых 9 дней и успели совершить 6 маршрутов. Некоторые были легкие, некоторые были тяжелые, некоторые были успешные, некоторые не очень. Но в любом случае это путешествие нам запомнится надолго. И последний свой день мы не могли не приехать на Эльбрус, даже несмотря на то, что нас пугают дождем, облачностью, туманом. И вот здесь, на этой прекрасной горе, мы вам и расскажем, как это все у нас было. Сегодня начинается наш первый маршрут в национальном парке при Эльбрусе. К сожалению, прогноз погоды не очень утешительный. Через час должен начаться дождь. Поэтому знакомство с самой высокой и самой красивой горой Европы мы отложили до солнечных дней. А сегодня мы, так сказать, проведем разведку. Сходим в ущелье Торскол и посмотрим на водопад, который тоже называется Торскол. Живем мы в поселке Торскол. Запомнить все очень легко. Все, что не называется, все Торскол. Наш первый день обещали дожди, грозы, и мы решили не рисковать, не подниматься на сам Эльбрус, а решили пройти относительно легкий маршрут через ущелье реки Торскол к водопаду Торскол. Почему ущелье называется Торскол? А потому что в переводе с кабардино-балкарского это значит, что ущелье не имеет выхода. И оно правда не имеет выхода, оно неправильное. Соответственно, приходишь, видишь водопад, разворачиваешься и идешь обратно. Вот, по идее, где-то там за мной, где виднеется ледник, должен находиться Эльбрус. Сейчас там облака, все скрыто. Ну, правильно, наверное, мы поступили, что пошли по маршруту, а не полезли на дорогую канатную дорогу, чтобы посмотреть Эльбрус в облаках. Но здесь тоже очень красиво, такие луга, мужчина сено косит, все заняты своим делом, а воздух замечательный. Такие небольшие ручейки встречаются по пути, бояться их не нужно, их прекрасно можно перейти, камни не скользкие, но, конечно, осторожность тоже не помешает. Такие вот образования сзади меня называются бараньи зады или слоновьи зады, как кому больше нравится. Когда мы ходили на водопад Торскол, мы такие образования тоже видели. Под ними шапочкой лежал ледник Торскол, а сейчас на Эльбрусе вот такие скалы можно видеть, ну, чистенькими. А над этими самыми бараньими лбами нависает огромный ледник, который тоже называется, угадайте как, Торскол. Сейчас его видно, но я думаю, когда мы подойдем ближе, его уже не будет видно. Кажется, что он тоненький такой, как слой сметаны на блине. Но на самом деле это, конечно, все обманчиво. Ледник огромный, здоровый. А если посмотреть чуть левее, то мы уже можем заметить цель нашего путешествия – водопад Торскол. Но не будем отставать от группы, пойдем скорее. Практически подошли к водопаду Торскол, он сзади меня, сквозь безумные тропы, безумные реки с мостами, очень колоритно. Первый поход все-таки сложно дается,
что-то и голову кружит, и устаешь, но ничего, только начало, как обычно, дальше будет проще. Вообще вот перед мостом находится, так сказать, точка обзора. Самого водопада можно не ходить, а остановиться там и посмотреть. У меня даже мапсмея сказала, что все, хватит. Вот. Но здесь дорога, в принципе, есть, и мы попытаемся как можно ближе к этому водопаду подойти. Вот. Поэтому и так можно, и так будет красиво. Водопад Тарскол мы увидели издалека. Подойти к нему не получилось из-за того, что речка, которая разделяет тропу и водопад, разлилась после дождей. Даже инструктор с группой не решился переходить речку, поэтому мы на него посмотрели и пошли обратно. А вот на обратном пути синоптики все-таки оказались правы. И нас застал не то что дождь, а просто холодный ливень с градом, который побил нас целиком и полностью. Приходилось прятаться за всевозможные камни, которых на пути было не очень-то много. Сверкала молния, гремел гром. Было действительно очень страшно и холодно. Вот такой вот получился у нас поход к водопаду Тарскол. Да, я на самом деле уже забыл, какой может быть дождь в горах. Но нам на самом деле повезло, он нас застал на обратном пути, то есть мы все уже посмотрели. Повезло, если можно так сказать. А вот сейчас уже дождь кончился, все прояснилось. Горы вдали улыбаются. Намочили нас, улыбаются. Ладно, но мы ни о чем не жалеем. До станции Мир на Эльбрусе можно добраться либо пешком, либо новой канатной дорогой, которая стоит 950 рублей, либо старой канатной дорогой, которая стоит 600. Новая канатка, конечно, быстрее и уютнее, там можно посидеть в кабинках, но зато старая как-то уютней, такое ретро, туда пускают до 20 человек, и ты едешь стоя, раскачиваешься, очень интересно. Мы собираемся поехать на канатной дороге на город Чигет и с последней станции попытаться подняться на самую вершину Чигет. 3400 метров. Погоду обещают дождливую, но правда во второй половине дня. Я очень надеюсь, что нам повезет, и мы увидим Эльбрус. Но не повезет, что сделать. Это же горы, здесь нужно быть готовым ко всему. Вот такой вот билетик у нас за 900 рублей на человека туда-обратно. Вообще, когда есть канатная дорога, грех не воспользоваться. Хотя, по правилам, надо было бы подняться пешочком. Но мы вчера находились, и надо отдохнуть. Тем более, если канатная дорога есть, значит, надо на ней кататься. А вот это вот вторая очередь канатной дороги. Здесь уже креслица одноместная. Едем по одному, поднимаемся еще выше. Все вытащили? В горах так всегда все вкусно. Во-первых, есть хочется, во-вторых, на высоте даже самая дешевая колбаска какая-то за 110 рублей. Такая вкусная, прям мечта. Вот погода попортилась, немножко пошел дождь, мы поднялись на станцию Мир. К этому надо быть готовым в горах всегда, что погода может измениться. А вот на второй наш день прогноз дождя не оправдался, и утром светило солнышко, и Яндекс нам показал, что солнышко будет целый день. И поэтому мы не могли отложить встречу с Эльбрусом, и решили подняться на канатной дороге на гору Чигет. И мы рассчитывали на то, что мы наконец-то увидим этот красивый стратовулкан. Но все оказалось не совсем так. Но восхождение мы на гору Чигет совершили. Ну,
вот, наконец, мы приехали на вершину канатной дороги Чигет. Не на самую вершину горы, а на канатную дорогу. Сзади меня видно все-таки Эльбрус. Немножко, конечно, в тучах, в облаках. Но будем надеяться, что сейчас эти облака уйдут. И вот видно языки ледников. Большой Азау, Малый Азау. И вот ледник Терскол, который мы вчера видели от водопада Терскол. И мы сейчас попробуем подняться еще на 300 метров вверх пешком на вершину горы Чигет. А сзади меня можно видеть ледник, который называется Семерка. Он формой напоминает цифру 7. Но мне кажется, это слишком такое простенькое для него название, поскольку там на горе написано матерное слово. Если присмотреться, можно его увидеть. Но я надеюсь, это не намек на то, что ничего у нас в Прелебрусье не получится. Просто такая вот маленькая шуточка. Чигета осталось 180 метров. Эльбрус так и не показывается. Шапочка на нем надета. То ли стесняется, то ли не в настроении. Не знаю почему. Приложение навигатора MapsMe показывает, что вот это уже Чигет вершина. Но я сомневаюсь, потому что вершина есть еще вот там. Все, я пошел на Чигет, вот, несколько последних шагов. На вершине самого Чигета было солнечно, тепло, ярко. А вот Эльбрус со стороны Чигета был весь покрыт облаками, примерно, наверное, как вот сейчас вокруг меня. И сколько мы не ждали, сколько мы не просили Эльбрус открыться, он так в этот день нам не показался. Только чуть-чуть было видно одну из вершин, совсем буквально несколько секунд. Но, тем не менее, все равно это восхождение на Чигет было интересно и замечательно. Очень красиво, шикарный воздух. Эльбрус сзади, к сожалению, пока облака курятся. Я не знаю, видно на камеру. Выглянула небольшая. Вот совсем кусочек в облаках вершина одна из. Вот такой вот у нас перформанс. Называется ожидание Эльбрусом. Ждем, ждем. А он не появляется, не появляется. Все в облаках. Боюсь, мы, наверное, не дождемся его сегодня. Какой вредный, да? Знаете, какая самая сложная проблема в отпусках, в трекингах и вообще во всем? В том, что у меня постоянно что-то рвется. У меня порвались мои штаны. Мои любимые штаны. Почему? Вот здесь все нормально, а здесь провалились. Сегодня день невезений. Эльбрус в облаках, штаны провалились. Продолжается стояние на горе Чигет. Я вот прям вот не могу уйти, не сняв вот эти две вершины. Как пела Алла Пугачева, ну появись хотя бы на миг, чтобы услышать сердце крик. Вот услышите сердце крик моего, пожалуйста, пожалуйста. Облака, уйдите. До конца работы канатной дороги остается, ну, чуть меньше часа, поэтому мы в любом случае успеем спуститься. Вот такая вот история у нас сегодня. Тропа у нас сегодня ведет к водопаду Девичьи Косы и чуть-чуть наверх
к обсерватории Тресков. Сзади меня в лучах рассвета гора Чигет красуется, с которой вчера нам не повезло увидеть Эльбрус. Ну, повезет ли сегодня, сложно загадывать. Ну, будем надеяться. Ну, в любом случае, посмотрим водопад, посмотрим обсерваторию. На маршруте много всего интересного. После того, как мы не смогли увидеть Эльбрус с горы Чигет, мы решили пойти более основательно. Встали в 5 утра и пошли к обсерватории Тресков. С нее тоже открывается вид на Эльбрус. Ну, если повезет, конечно. Немного с другого ракурса, но мне кажется, с какого ракурса на Эльбрус не смотри, он всегда красив и белоснежен. Мы поднимаемся на стратовулкан Эльбрус. Ну, не на самый, конечно, верх. Последний раз вулкан извергался 5000 лет назад. И вот то, что это вулкан, как раз доказывают, вот сзади меня такие колонны, это магматические образования, базальтовые. Они на орган похожи, как будто трубы органа. Очень здесь интересно, живописно. И хорошо, что вышли мы рано утром. Вот смотрите, какая красота уже виднеется сзади. Это водопад Девичьи Косы. Мы, разумеется, туда пойдем. Но сейчас конечной целью нашего пути является обсерватория. Вот. А Девичьи Косы у нас будут на пути обратном. Шли мы примерно 2-2,5 часа. Дорога очень хорошая. Вот. А хорошая она потому, что к обсерватории наверняка ездит какой-то транспорт. Совсем недалеко идет развилка. Одна дорожка идет к водопаду, а другая как раз к обсерватории. Я надеюсь, что мы туда доберемся довольно быстро. Чуть-чуть верхушки Эльбруса показываются, но их не видно. Ну, глазом видно, у меня камера не берет. Надеюсь, нам сегодня повезет. Ну вот мы видим конец нашего пути. Обсерваторию Тресков. Осталось буквально 500 или 600 метров до нее. Но идти, конечно, тяжело, потому что, мне кажется, вы уже превысили отметку в 3000 метров над уровнем моря. Идем мы совершенно одни. Здесь такая тишина альпийских лугов. Ни разу не видели обсерваторию, и вот сегодня у нас будет это вот такой первый опыт. Обсерватория сама по себе интересный объект, особенно для тех, кто такие сооружения никогда не видел. Очень интересно посмотреть на сам купол телескопа, на сам телескоп, их там даже несколько. На территорию пройти нельзя, знак стоит стоп. Но мы добропорядочные, мы туда не пошли. А так туристы туда заходят, смотрят. Ну, это все-таки больше такая научно-исследовательская, да, станция. Поэтому, ну, не для праздного любопытства. Как по мне, этот маршрут был очень интересный и продуктивный. Обсерваторию дошли, на Эльбрус посмотрели, все выполнили. Каляются обе вершины, вот только что их было видно. Облака, конечно, очень странно, они как, вот, как вершины идут, так и облака, сволочи, такие садятся. Но все равно можно различить и западную, и восточную. Ну, легкие облака, это нормально, я считаю. И вот он, по-моему, этот Эльбрус оценил наши старания, то, что мы встали рано, поднялись на целый километр вверх, и вот показался. Такой скромный, но очень красивый. Это вообще очень великолепное зрелище. Я так рад, что мы наконец-то сняли этот прекрасный стратовулкан, что километр подъема как-то не чувствуется совсем. Но очень хочется есть, поэтому мы здесь вот сидим, пьем чаек, перекусываем. Сейчас, конечно, может быть, дойдем до ледника. Ну, даже если не дойдем, посмотрим на него издалека. Собственно, это не было целью. Вот. Нам очень нравится здесь. Всегда, когда ты находишь какое-то место с точкой для фотографии, видеосъемки,
и тратится куча времени, зарядки и так далее. Надо идти всегда дальше, не надо задерживаться на час на одной точке. Вот мы были на нижней точке, поднялись, слава богу, нашли силы на верхней. Вообще так великолепно, замечательно. Как дошли, сами не знаем. Просто туновите. Слева от меня находится ущелье Трескол. Сзади можно видеть одноименный ледник, который сползает с Эльбруса. Тоже называется Трескол. Не знаю, конечно, может быть, влияет глобальное потепление, и ледники уменьшаются. Но вот то, что мы сейчас видим, это грандиозное чудо природы. Отсюда он, конечно, кажется не особо большим, но можно думать, что он просто огромнейший. Очень красивый ледник, очень красивая гора. Сегодняшнее наше путешествие удалось каким-то совершенно интереснейшим, уникальным. Планировали одно, увидели другое, сейчас еще увидим третье. Эльбрус просто великолепен и замечателен. Чтобы сюда вернуться, не только мне, но и вам, надо положить камешек. Хотя бы вот такой. Нашли какой-то старый пивак, но он какой-то весь разваленный, наверное, в нем все равно можно сохраниться от бури, но тем не менее. Думали, тут водичка есть, думали, тут какой-нибудь чабан живет. Нету. Вот он, водопад Девичьи Косы. Один из самых, наверное, красивых водопадов мира. Действительно похож на, ну, косы, не косы, но такие серебристые струйки. Похожи на дождик елочный и на какой-то, даже не знаю, звенящий ручей. Но, видимо, кто-то посчитал, что водопад похож все-таки на девичьи косы. Спорить не будем. Девичьи так девичьи. На обратном пути водопад Девичьи Косы нас удивил тем, что воды в нем очень холодные. Но люди при этом в нем купаются, загорают, принимают, так сказать, водопадный душ. Вот некоторые заходят даже под сам водопад. Но, конечно, туда надо и плавки, и соответствующая обувь. Я лично не полезу. Но посмотреть, как другие лазают, это всегда пожалуйста. Фу, ну, сегодня, конечно, денек насыщенный. Мы вот уже 8,5 часов на ногах, 9,5 часов на ногах. Посмотрели все, что запланировали, даже больше. Жарели, по-моему, сгорели в очередной раз. Но это было очень круто, это было очень здорово. Вот такой маршрут мне нравится. И так устали в меру, сейчас надо покушать, отдохнуть. А дальше новое свершение. Сегодня был очень хороший день. Thank you.
вот за мной вы видите озеро. Озеро Азаум или Эльбрусское озеро. Это самое высокогорное озеро России. Тоже популярный туристический объект, на который мы, к сожалению, не попали. Погода не позволила. Да и тропа туда как-то не особо размеченная ведет. Зато мы на него можем вот так вот полюбоваться сверху, посмотреть, какое оно зеркальное, красивое и наверняка холодное. На четвертый день мы наконец решились, собрались и поехали на сам вулкан Эльбрус. Сначала мы доехали на канаточке до самой высокой точки, станция Гора Баши. Светило солнышко, ледники таяли, текли ручьи. А потом, как обычно, на высоте пришли вот такие тучки, пошел дождь, снежок, но мы дошли чуть выше бывшего приюта 11, полюбовались на обе великолепные вершины прекрасного Эльбруса. К сожалению, у нас не было экипировки, не было задачи подниматься на саму вершину горы, но то, что даже мы увидели с высоты 4050 метров, стоит восхищения, уважения и обязательного посещения для каждого человека. Вот это, собственно, то место, куда мы хотели попасть. Верхняя станция канатной дороги, станция Горбаши. Здесь мы уже видим в дымке опять вершины Эльбруса, которые сегодня скрыты. Сейчас мы здесь походим, залезем в ледник, посмотрим знаменитые бочки и вообще все-все-все-все здесь обходим, пока нас не позовут назад. Потому что канатная дорога закрывается около 4 часов, но я думаю, мы все успеем. А вот на таких вот ратраках альпинистов забрасывают наверх, чтобы они силы свои не тратили, ну, и начинали восхождение от определенной точки. Стоит, конечно, такое удовольствие недешево, но и не каждый день на Эльбрус восходишь. Несмотря на свою простоту восхождения на гору Эльбрус, не всем и не всегда удается на нее подняться. Некоторые ждут окна по несколько дней и в итоге вынуждены спускаться обратно. То есть вот такая вот непредсказуемая гора, ну как и все, наверное, горы. А так людей поднимается очень много, и мужчины, и женщины, и девушки, и парни обустраивают себе такой высокогорный быт. Выглядит это, ну, очень романтично, вдалеке от цивилизации, только горы и человек. Мы решили, пусть хоть не зайдем на вершину, но прикоснемся к этой романтике. Мы походили по приюту 88, посмотрели то место, где раньше стоял приют 11, он сгорел. Спустились чуть-чуть пониже к приюту Бочки. В общем, приютов здесь очень много. В них живут альпинисты, восходители. А некоторые для пущей романтики или для экономии средств ставят палатки и живут в палаточках. Это высота 4200, приют 88. На самом деле не делайте, как мы. Не ходите в таких вот ботиночках. Не ходите в такую погоду. Мы сейчас пойдем спускаться. Я надеюсь, что точно нас не застанет. Спуск довольно крутой, снег. Ну, что ж, надо идти. Технически, конечно, восхождение, наверное, простое. Физически мы видим, что погода меняется просто мгновенно. Сейчас солнце, полчаса назад был снег с дождем. Сзади, со стороны Ужбы, опять видим, какой идет ураган. То есть каждые 15 минут что-то новое, физически к этому нужно быть готовым. На Эльбрус может подняться каждый. Ну, конечно, не на саму вершину, а вот туда-куда ходили мы. Сейчас это некий такой туристический аттракцион. Но все равно, когда поднимаешься выше последней станции канатной дороги и видишь альпинистов, которые собираются, восходители,
может быть, уже на обратном пути с восхождения там живут, просыпается какая-то зависть. Зависть потому, что ты спускаешься, а они пойдут дальше. У нас было желание хотя бы прикоснуться к этой прекрасной горе, и мы его осуществили. А сейчас идем гулять дальше. Едем домой. Сегодня Эльбрус показал себя и скромненьким, и жестоким, и под дождь мы попали, и ботинки-то у нас промокли, и ледники мы посмотрели. В общем, сегодня насыщенная программа. Я считаю, что приехать на Эльбрус и не воспользоваться вот этой замечательной канатной дорогой, причем до самой-самой верхней станции, это будет непростительная оплошность. Мы это сделали, мы довольны. Просто праздник какой-то. Мы нашли малинник. Сегодня наш путь лежит к леднику Большая Зау. Мы хотим к нему подойти поближе, его потрогать, а в идеале даже на него забраться. Путь лежит через очередной на нашем путешествии водопад. Он называется водопад Азау. Проход к леднику — это уже пограничная зона. То есть нужно будет предъявить по пропускам. Вот здесь вот стоит граница. Кому предъявлять, пока непонятно, но пропуска у нас есть. Поэтому мы спокойно можем начать свой путь. А мы сейчас стоим рядом с ущельем Азау. Туда мы тоже решили пойти для того, чтобы посмотреть ледник Большой Азау. Не скажу, что это было верное решение, потому что в этом ущелье нас ждало масса испытаний. Во-первых, огромные валуны, через которые нам приходилось прыгать. Во-вторых, совершенно отсутствие какой-либо тропы. В-третьих, это пограничная зона. Поэтому нам потребовались наши пропуска, и пограничники нас немножечко даже напугали своим появлением с автоматами. Но это было еще не все. Самое интересное было потом, когда мы чуть-чуть было не дошли к самому леднику. Нагнали нас пограничники, проверили у нас пропуска. Оказывается, пункт, где нужно отмечаться, он чуть подальше стоит, до водопада. А мы не отметились, пошли. С автоматами за нами прибежали. Ну ничего, нам разрешили идти дальше. Все у нас хорошо, все прекрасно. Маршрут очень сложный. Несколько раз мы сбивались с пути. Приходится переходить вот такие вот ручьи. Это еще маленький, а есть широкий, где даже не поймешь, как и переходить. Ледник вдалеке виднеется, но я не знаю, очень устали. Попробуем, конечно, дойти. Очень красиво, но и тяжело довольно. Мы дошли до ледника. Мы увидели его язык, который он нам показал, но мы его не потрогали, по нему не погуляли. Во-первых, он очень активно тает, а во-вторых, там был сейчас такой адский камнепад, что мы не рискнули идти дальше. Путь очень тяжелый, по камням, по скальнику, по сыпучке. Ой. И вот буквально несколько сотен метров, не доходя до ледника, уставшие на жаре, мы уже понадеялись, что под рукой подать, но вдруг впереди начался камнепад. И не просто камнепад, а достаточно сильный и страшный. Мы не стали рисковать, мы разумные люди,
И дальше мы не пошли. И вот, испугавшись, повернув назад, несколько метров пройдя дальше по ущелью, вдруг камни посыпались уже и прямо на наши головы. Но хорошо, на нашем пути встретился огромный валун, за который мы спрятались, присели. Конечно, камни до нас не долетели, до наших голов, но все равно это было очень страшно и впечатление сильное оставило. Кстати, когда мы обратно из ущелья уже возвращались, нас опять проверили наши паспорта пограничники. Мы сказали, что был камнепад, а пограничники ответили, что тут так всегда. Такая тропа, невозможно по ней идти. Везде малинники. Я постоянно останавливаюсь и подкрепляюсь, как медведь. Сегодня наш путь лежит в ущелье реки Шхельда, на полянку Улыбка Шхельда и, может быть, до ледника. Ну, не знаю, с ледниками нам что-то не везет в последнее время. Идем мы не очень долго, и вот вышли на такой прекрасный луг, такое обилие цветов. Все цветет, пахнет, малинка, цветочки, какие-то краски невообразимые. Ну, правда, и солнышко печет тоже, дай бог. Но пока все выглядит очень красиво, нам очень нравится. Когда нам не повезло с ледником Большой Азал, мы решили подойти поближе к другому леднику. Благо, на Эльбрусе их много. Вот, например, сейчас мы находимся рядом ледником Малый Азал. Смотрите, какие там огромные трещины. Ледник тает, отступает. А пошли мы к леднику, который называется Шхельда. Он находится в ущелье Шхельда. Первоначально наш путь пролегал по живописным ущельям, по живописным лугам. Светило солнышко и было много людей. Было не страшно и не скучно идти. А на полпути к леднику есть замечательное место, которое называется Улыбкой Шхельда. То есть Шхельда улыбается, дает туристам отдохнуть. Улыбка Шхельда – это такая заводь небольшая. Речка делает такой полукруг, похоже на улыбку. Там можно отдохнуть, помыть ножки, поставить палаточку и пойти, собственно, дальше к леднику. Это первая наша остановка. Такой вот чистенький пляж и спокойная холодная речка. Туристы ставят палатки, отдыхают. Ну, потому что это место спокойное, здесь нет ни камнепадов, ни каких-то там еще противных горных явлений. Есть чистая прекрасная речка, в которой можно вот так вот ходить, помочить ножки. Холодная. Очень холодная. Начинается любимое занятие – лазание по валунам, камням. Ну, вообще, здесь гораздо проще, чем на вчерашнее. Во-первых, здесь есть какое-то подобие тропы, и она промаркирована пирамидками. Да и людей здесь побольше, не скучно. Вот моя мечта. Я прикоснулся к настоящему леднику. Он подтаивает. Ой-ой-ой-ой-ой. Падают камни. Нас, конечно, предупредили сюда ни в коем случае не залезать. Но я не мог. Не мог этого не сделать. Поэтому быстренько-быстренько. Привет, ледник. Мы рады, что наконец-то сюда дошли. Путь сюда, конечно, не легок, тернист. Но вот под ним стоять страшно, потому что и там камни падают, и кажется, что прямо с него упадет. А вообще ледник, его, по крайней мере, передняя часть достаточно грязный, но подтаивает он все равно вон там, и оттуда течет чистая относительно вода.
Ой, все, пойдемте. Безопасное место. Когда я сюда ехал, у меня была мысль, вернее желание, обязательно походить по леднику. Ледник мы увидели издалека. Раз. Ледник Шхельда мы потрогали. Два. И вот сейчас последний день. Моя мечта, ну пусть немножечко, но осуществилась. Я вот тут хожу по леднику Малому Азалу. Скользко. Ну, не знаю, почему-то у меня есть вот такое желание. И я не мог его не осуществить. Как видим, ледники уменьшаются. Вчера вот даже смотрели по телевизору. В Исландии поставили памятную табличку на ледник, который растаял. Название не помню. Помню, что заканчивается на Йокюдль. А вот этот ледник я запомню, наверное, на всю жизнь. Малый Азал, по которому мы немножечко походили. На валунах написаны даты, годы различные. Что на леднике Азал, что на леднике нынешнем. Мы не знаем наверняка, что это такое, но мы полагаем, что это даты, что это годы, где раньше был ледник. То есть вот настолько он отступает. Ну, на самом деле, идти по камням очень раздражает, но с другой стороны, камни, они образовывают зачет, потому что ледник тает, и, соответственно, камушки остаются. Вот он их приносит, и они здесь находят свой последний покой, пока ледник опять не разрастется и унесет их дальше. Поэтому, чтобы посмотреть ледник в его красе, ну, есть только один вариант. Прыгать, как молодой козлик, по камушкам. А мы сейчас идем обратно. День выдался хороший, удачный. Мне наше путешествие очень понравилось. Вообще, идея посетить Приэльбрусье, Эльбрус, зародилась очень давно, почти 10 лет назад. И вот спустя 10 лет мы оказались здесь, в Приэльбрусье, даже на самом Эльбрусе, на вулкане. Ни капельки об этом не жалеем. Сложное путешествие с трудностями, но это так замечательно, это так красиво. И ура, мечты сбываются.